Хайо, хай, моста, дорогие друзьяшки, с вами Леон и Слиперон. Хо-хоу. Хо-хоу, блин. Хо-хоуми. Хо-хоуми. Да, мы продолжаем играть в GTA Online, и я вон повредил коленку с прошлой части, очень сильно так порезал. Смотрите, джинсы порвались, там кровь немножко так вот спиналась. О, нифига, типы, лол, серьезно, а чё они так? Ну-ка, один на меня, короче, бузит друг... Тьфу, это, блин, вообще не NPC, я думал, это подписчик. Не NPC, это подписчики. Подписчик-нигер, понимаешь, это довольно редко, это... Белобрысый нигер бы. Ай, нифига, он решил меня распотрошить, блин. Я понимаю, что мы в доках, чувак, здесь рыбой торгуют, но я не хочу быть рыбой. Ладно, Кирюхи, ты едешь, да, до меня? Еду. Едешь, это хорошо. Так. Ехаю. Чувак, спасибо тебе, что помог мне вскрыться. Меня сейчас тут тоже вскроют, походу. Да. Не доехал немного. А, кто посмел вообще? Не понял. Андо какой-то. Андо Фаладор. Андом, сейчас мы его будем нагибать. Так, а где ты? А вот он я. Вот ты. Ну-ка, покажись, красавица. Обалдеть. Просто тебя вот увидишь, можно просто кирпичный завод образовать имени Слиперонова. Sleep Company. Слиперонками. Куда нам бежать? Знаешь, вот я ненавижу начинать в доках, потому что здесь очень мало транспортного средства. А если быть точнее... Потому что на дороге. Чувак, классный кофе! Ой. Кофе не убивает. Ну, да. О, интересно, я перепрыгну. Опа! Ты ковбой, ты перепрыгнешь, да, поехали. Ну там просто уголок был. Знаешь анекдот про ковбоя и лошадь? Нет. Типа вот, короче, бежит такой ковбой на лошади. Ну, в смысле, он на лошади, а она скочит, короче, он на ней, не скочит, оба, короче, неважно. И впереди них, короче, каньон такой. Я ковбой, я перепрыгну, такой, дальше скочит, раз, смотрит каньон побольше. Я ковбой, я перепрыгну, давай на поезд. И следующий каньон уже самый большой такой, я ковбой, я перепрыгну! Она ему в ответ, ты ковбой, сука, ты и прыгай, блин. Какого хрена, долбанный поезд, мы оба, блин, смогли даже до него залезть, что за дичь вообще. Ладно, едем, наша банда красно-синяя и цвета детской. О, это твоя машина? Ты вообще сидуха какая-то. Да я молодуха. Так. Нет, это не моя машина, это можно взять? Да можешь забирать, давай. Так. И этот еще. Давай садись за баранку. Будем сейчас Терминатора играть. Блин, я не могу сесть, потому что там... Надо ее немножко отогнать. Давай чуть-чуть вправее. А, ну заводится сейчас, подожди. Так. О, гусь, блин. Чувак просто пиц сверху показывает. Шкаф. Сальтуху. Как по маслу. Я просто, блин, знаешь, следующая часть, шаг вперед. Так, ну, короче, развлекайтесь, я пошел. Вот там есть еще машины. Ты его убил, короче, в итоге молодец. Убил? Не, а, кто? Точно. Лол. Чувак, на в нос! Но в нос на! Оп, на, держи. Так. Херасе! О, там автобус! Автобус красный! Автобус красный? Все, поехали, да, автобус красный. Давно так не развлекался. А о, еще сзади. В GTA Online. Здравствуйте, смена водителя. Вас обслуживает водитель Гришко. Лос Сантос Транс. You motherfucker. Так, ну... Сипукс по центру, блядь. Слушай, прикинь битком набить автобус шлюхами. Так. И трековать потом, как спичками. Давай попробуем автобус закинуть в этот. Куда? Нифига ты глянь, это что за история игрушек сзади. Фига. Блин, у меня в детстве такая же машинка была. Вот один в один. Такая пластиковая, да? Да-да-да, такая. Блин, я ехать не могу. Помогите! Ладно, он вернется. Они каждые 2 минуты едут. Знаешь, как можно было? Вот надо было сейчас... А, там же туннель. Чувак суициднулся. Знаешь как? Вот тут же есть выход. А, он не выезжает тут. А, слушай, правда. Блин, я, короче, автобус застрял. Прикинь. Ага, понятно, где он выезжает. Можно вообще просто вот автобусом перекрыть проезд. Mm-hmm. Все. У тебя автобус, мне кажется, взорвется. Эй, йоу, нега! А, точно. Бомжи! Веселуха! Дешевое мясо! Дешевый рабский труд. Мне кажется, тебя порвет нахер там. Ну и ладно. Слушай, в последнее время транзакция стала хреново работать в этой игре. Меня убивают, с меня хотят снять денег, но игра глючит. Да ёпты!
сколько здесь машин, да ёпперный, почему здесь обычная такая улица, а машины едят как умалишенные нахер, блин. Что за херня вот сейчас вообще была, почему он меня сбил, чё он за... Блин, там надо не профукать, нет? Поезд? О, он едет уже, Так, я понял, я малость заблудился, сейчас. Так, назад тебе надо идти. Все, еду. И? Я там. Нифига, я это видел просто. Видел, да? Ошметки такие летят. Блин, давай еще один автобус найдем. Давай до хрена их понаставим. Давай. Жмем автобус. Ну-ка, пододвинь его. Так, я пытался. Сука, я тебя даже не заметил. Он должен же быть живым. Да. Да? Ништяк, давай, я помогу тебе еще. Все, поехал! Блин, ну как они там взлетели, это просто, знаешь, ошметки такие попкорновые. Уже едет или не едет? Едет, едет, едет! Блин, сейчас. Давай в него сядем. Давай. Так. Так, готовимся. Охереть. Так, тихо. И в следующий. И в следующий, да. Блять. Просто П потрачено. Так, чувак, у тебя классная игрушечная машина. Знаешь, реально такая история игрушек. Чисто пластик. Такие все. Мусоровозка. Останавливаем телом. Так, пошел отсюда. Шугаринг. Пока не едет, пока тихо. Все тихо. Так давай сейчас он, когда будет ехать, мы в него сядем. О, как чувак фонарик включил. Прям фонарик? Да. Фига, не знаю, где он его взял. Как это так? Видать, отдельно купить можно. Фига, прикольно. Ой-ой-ой, что сейчас будет-то? Бум! О, я заех, зашел. А я умер. Воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу, где что за херня? Мужик, эпилептик несчастный, иди нахрен от меня. Собака. Сутулая. В натуре, блин, козел тебя понюхал, блин. Сначала на моем капоте брейк станцевал, потом драться лезет. Я на гелике. Все, понял. Вопросов не имею, да? Физрук! Мать твою, блин! Ну вот, над нами. То есть, вот кто здесь. Не с нами, тот поехали в оружейку. Ребята с нашего двора. Нифига, ему в лоб дал просто. Так, во, нашел. А, вот. Заходите. Слушай, и правда, как ты туда не обратил внимания. Мой твою! Так, а где его виски-то? Ну-ка, крыша. Тэмпсон! Томпсон? Так, я куда-то не понял, а где вход-то в это дерьмо? Чё? А, вот, всё. Ну куда ты? Ты чё, сука? Все, он задизейбл, не работает теперь этот магазин. Он специально, походу, он не хочет, чтобы мы фонарики купили. Ну, вообще, вонючка, блин, козёл падла. Нет друзей. Ну ты, нет друзей. И не будет. Да ёп! Я у ваших ног, блин. Ну, теперь едем на мою метку. Ну, ставь тогда. Все поставил. Ты чё, пассажир, блин? На заднее кресло сел. Что, я президент, блин. Оп. Опа, теперь вы становитесь маньяком. Ну ты да, и мы сейчас оружие не купим, если ты маньяк. Да? Конечно, если в оружейку зайдешь, все, кирдык. А я даже не знал, надо еще. Кирпушка, ну все, давай тогда, отменяй. Да не, нормально так. А, ну в смысле, где те, копы? Звездочки, ну? Ну, звездочки-то ладно, с ними как-нибудь договоримся. Так, надо позвонить, короче, Лестеру, сказать «Привет, дорогой, как твои дела?» А потом сказать «Слушай, сними-ка с нас все звезды, которые есть». Хороший мент. Плохой мент. Логично. Да блин, менты сами едут. Хотят что-то погоняться. Все, я вышел. Пойдем. Чувак, дай пять. Нифига себе фонарики, фонарь. А, вот он, точно, слушай, он на световой меч был похож. Все, фонарь, пошли. У меня противогаз еще есть. Противогаз, как будто он, блин, чисто вот... А как его включить? Это, короче, надо
Ну, молодец. А-а-а. Вообще конченый. Так, где там фонарик? Че, куда едем? Поэтому дауна найдем и... Андо, сейчас я найду его. Сейчас, короче, я тебе покажу такую штуку. Ёб твою мать! Какие же они, сука! Ну-ка, полетели! У меня, короче, прилип, чувак, к капоту, прикинь. Все. Клево. Теперь поехали. Такой я просветил. По позоглам мы идем. Мы едем. Вот он, вот да, заезжай. Сейчас заедем, блин. Вот да, вот сюда, в переулок. Погоди, а он, по-моему, вообще тупо вышел. Или это вон он? Нет, ну вот он и есть. А, да? Да. Все, едем. Блин, он... Она... Сейчас будем кружить. Во-во, что-то остановился. Все, наярил. Долби его, просто надо много урона ему нанести. Инсульт, блин, а не инсургент. У меня сейчас инсульт будет. С дороги, сука! Ну, он далеко, он быстрый. Ничего не знаю. Нет предела совершенства. Один раз ошибется, все, остановился. Смотри. Давай, долби, вообще не останавливайся даже. Фига он так-то толстый. Толстый, мы в него долго стреляли, упорно, но убивали. Едем. Ух, так-то он меня убить может? Осторожно. О, вышел! Вот и выгнали пацана. Лол. Все. Обоссался, все, готов. А теперь за нами копы, их много. Ты. 4 звезды, мы едем, у тебя все лицо красное в ссадинах. Видел бы ты, как я ее вижу. Она у меня нигер. Главное, нигер до пояса, а жопу белая. Я автобус какой классный. Ты его так и не увидел, блин. Кто посмотрел на него, отворачивался. Так-то обидно, знаете ли. Нет, только не дерево, не надо. Так, а чё, куда вот едем? Понятно, блин. Едем дальше. По переулочкам, блин. Пошёл вон. За улочкам. Пошёл нахрен. Ты помнишь, шмаляет. Ты вертолёт. А, точно, вот, вижу. Давай, я даже остановлюсь. Может стрелять по винтам, по задним, там, еще куда-нибудь. Минус один. Вот подальше. А у меня не хватает этого высоты. Так ты еще и выше поднялся. Да. Ну вот, давай вот. Где этот угол? О, в полете почти. А, ну меня все равно не пускает. О, нифига там машина. А, он сильно высоко. Давай. Подальше отъедь. Бочки какие-то. Вот, давай. Не достаю. Надо подальше. О, есть контакт. Минус. У нас 5 звезд! 5 звезд! Классно, да? Я никогда еще 5 звезд не получал. Да ты че, с почином тебя. Ну ты. А когда танки будут ездить? А танки не ездят. Это было только в Vice City. San Andreas? Нет, San Andreas... Не было? По-моему, не было. Ну и бог с ними. О, нифига! Вот это да! Я там машинку так смял красиво вообще, что она аж почернела, бедолага. Воу! Ты ковыряй. Да, они сейчас сковырнутся, походу. Меня застрелили, прикинь. Просто коп. Лол? Он сунул прям почти пушку мне в форточку и в голову выстрелил, даже типа на. Форточку. Что ж, ребятки, на этом, пожалуй, тогда все, потому что тут столько всего, мяса, блин, просто жесть, фарш произошло. И все, всем удачки, всем тортик. Пока. Пока. Счастливого пути.